Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя, Нарам чайва Наротамам. Девим Сарасватим Ясам, Тато Джая Мудирае, Нашта Прая Швабадришу, Нитьям Бхагавата Севая, Бхагаватютама Шлоке, Бхактир Бхавати Найстики. Ям Правраджам Таманупетам Апета Критьям Двайпаяна Вираха Тараджухава Утрекитам Маятайо Тараво Бинедус Там Сарва Бута Хридаям Мунимана Тосми. Мы прочитаем сегодня 23 стих из 2 главы 3 песни Бхагаватам, который описывает суть этой лилы. Ахо баки ям станам калакутам джигам сая Апаяят Апи Асадхи Лебе Гатим Дхатри Учитам Татаха Анья Аньям Кам Ва Даявум Шаранам Враджема. Ахо баки ям стана калакутам. Ахо баки ям стана калакутам. Джигам сая паяят апья садхи. Джигам сая паяят апья садхи. Ледхе гатим дхатрючитам татоньям. Ледхе гатим дхатрючитам татоньям. Камба даялум шаранам раджема. Камба даялум шаранам раджема. Где еще я найду покровителя более милостивого, чем он, пожаловавший вместо матери вероломной ведьмы Путани? Несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу. Комментарий Шрилы Прабхупады. События, упомянутые в этом стихе, пример беспредельной милости Господа, которую он являет даже своим врагам. Говорят, что благородный человек даже в людях сомнительного поведения видит только хорошие качества. Как тот, кто способен извлечь каплю нектара из океана яда. Намереваясь убить новорожденного Господа, ведьма Путана дала этому чудесному ребенку смертельный яд. Но будучи демоницей, она не могла знать, что даже играя роль младенца, Верховный Господь остается
все той же Верховной Личностью Бога. От того, что Господь, желая доставить удовольствие своей пряной Яшоде, превратился в младенца, Он не утратил качеств Верховного Господа. Господь может принять облик младенца или обыкновенного человека, однако это ничего не меняет. Он всегда остается Верховным Господом. Но какие бы суровые аскезы ни совершал человек и какого бы могущества с их помощью ни добился, ему никогда не достичь уровня Верховного Господа. Господь Кришна отнесся к путани как к матери, поскольку та, притворившись любящей матерью, накормила его своей грудью. Господь принимает от живого существа даже самое незначительное служение и вознаграждает его сторицей или старицей. Таков Кришна. Поэтому кто, кроме Господа, может стать последним прибежищем всех живых существ? Aho bhagiyam sthana kalakutam chikam sayapaya tapyasatya lebhegatim gatyuchitam tatunyam khambhadayalam sharanam prajema. Umagyanati mirandasya gyanam jana shalakaya chakshurum militanyena tasmai shri gurave namaham shri chaitanya mano vishtam Ставитам ейна бутале, Нам рупа кадамаям, Дадати сва падантикам, Вандеам Шри Гуру, Шри Ютапада Камалам, Шри Гуру Вайшнавамшча, Шри Рупам Саграджатам, Сахагана ракунатам витам там садживам садвайтам савадутам париджана сахитам Кришна чайтанья девам Шри Рада Кришна пада Сахагана лалита Шри Вишакха Витамсча, Хе Кришна Каруна Синду, Динабанду Джагатпате, Гопеша Гопика Канда, Рада Канда Намостуте, Тапта Канчана Гауранге, Раде Вриндаванишвари, Ришабану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Панчакалпатарубьяща, Крипа Синдубьяевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо Намо Нама. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджанубамбитабуджам Канакавадато Санкиртанай Капитаро Камалая Такшам Вишвамбаро Двичаваро Югадарма Пало Ванде Джагат Приякару
Карунаватара. Энтах правища мамавачинамам прасуптам. Сандживая текила шактидарах свадамнам. Аньямшча хаста чарана шравана твагади. Ананнамо бхагавате. Пурушая дубьям. Тавай васми, тавай васми, начивами твои вина. Ити вигьяя деви твам нарнам чаранам тикам. Вчера мы прочитали с вами в комментарии Шрилы Прабхупады, что в конечном счете все ведические писания помогают человеку сосредоточить ум на Верховной Абсолютной Истине. Пока ум наш сосредоточен на временных вещах этого мира, пока ум наш мечется между двойственностями хорошего и плохого, того, что нам нравится, и того, что нам не нравится. Ум наш будет заставлять нас рождаться в этом мире. Этот ум, беспокойный, непостоянный, не привязанный ни к чему постоянному, не имеющий вечного объекта, будет причиной бесконечных беспокойств. Единственный способ выйти за пределы двойственности этого мира, относительности этого мира, относительных истин этого мира, сосредоточить его на вечной, абсолютной истине. Эта сосредоточенность называется самадхи. Ум – это объект приложения наших усилий в материальном мире, объект нашей садханы. Все то, что мы делаем только для того, чтобы ум наш приобрел другое качество. Тело наше обречено на смерть. Тело умрет, что бы мы ни делали. Какие бы лекарства мы ни принимали, сколько бы биологически активных добавок мы ни добавляли в свою пищу. Тело обречено на смерть. Но ум может поменять свою природу и из бременной материальной природы приобрести вечную природу. Эта вечная природа ума называется самадхи. Когда ум сосредоточен и полностью неподвижен. Это предмет йоги. И Бхагаватам описывает этот объект медитации, духовный объект медитации, который меняет природу нашего ума. Если мы увидим Кришну, если мы сосредоточим так или иначе свое сознание на Кришне, на Абсолюте, в котором примиряются все противоречия, мы сможем полностью трансформировать свое сердце. Иудова произносит этот стих. Это глава, вторая глава третьей песни Шримад-Бхагаватам, называется «Воспоминание о Господе Кришне». Удова и Видура встретились в Харидваре на берегу Ганги. Два великих преданных встретились друг с другом. Иудова рассказывает о Видуре, о том, как он помнит о Кришне. Этот стих он произносит со слезами на глазах. В этом стихе он описывает высший предел милости Кришны. Камбадаямам шаранам враджена. Какое еще прибежище мне нужно искать? У кого еще мне нужно просить защиты? Кто более милостив, чем он? Ахо Баки Янстана Калакутам, это Баки, это притворщица, намазала свою грудь смертельным ядом. Дигамсая, она пришла для того, чтобы убить его. Паяята Пьясадви. И мотивы ее были нечистыми. И тем не менее, Лебхе Гатим Датручи Там Датуньян, он дал ей высшее назначение. Он помог ей обрести место в духовной обители, которое равно месту
кормилицы или матери. Датри. Датри значит мать, датри значит кормилица. Камва даялам шаранам браджема. По преданию, именно этот стих превратил Шукадеву Госвами в преданного. Услышав этот стих, Шукадев Госвами почувствовал привязанность к Господу. Господь Брама в 14 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам выражает свое полное недоумение. Он говорит: «О мой Господь, я не могу понять, что ты можешь дать обитателям Вриндавана, которые ради тебя бросили свои дома, своих близких, своих родственников, все свои материальные привязанности, свое богатство, готовы отдать ради тебя все. Что ты можешь им дать, если ты уже отдал всего себя членам семейства Бакасуры?» Путани и Баки. Ты уже себя отдал. Что ты им дашь? Они пришли для того, чтобы убить тебя. Они притворялись. Ты отдал всего себя. Что же тогда ты можешь дать обитателям Вриндавана? Брама говорит: я не могу понять, как ты можешь отплатить им за их любовь. И смысл этих утверждений в том, что в конце концов, Бог бесконечно милостив. Есть разные религии. И некоторые религии подчеркивают суровый аспект Бога. Бог судья, Бог судит. Но в конце концов, Бог не судит. Потому что Бог воспринимает каждого из нас как частицу себя. Да, в Бхагавад-гите он говорит: их злобных я помещаю в злобные виды жизни, демонические виды жизни, они без конца находятся в этих низших видах жизни. Но это не главное. Это не то, что на самом деле делает Бог. На самом деле Бог готов простить любого из нас, принять любого из нас и принять даже малейшее служение, которое мы приносим, даже если оно не искреннее. Что греха таить? Иногда мы можем себя поймать на сходстве с путаной. Иногда вам не казалось, что мы чем-то очень на нее похожи. Мы одеваемся в соответствующие одежды, тилку наносим перед тем, как на улицу выйти, чтобы, вернее, к преданным прийти, чтобы все поняли преданные. А внутри сидит путана. В сердце. Это наша путана сварупа. Наша форма путанная. Но это не важно. Кришна даже путану своей матерью сделал. Потому что она пришла и сделала вид, что хочет ему служить. И точно то же самое относится к нам. Да, мы притворяемся. Да, мы притворяемся. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Иногда у нас нет никакой привязанности к Кришне. Но даже маленькое служение Кришна принимает, так как будто бы он становится нашим вечным должником. И поэтому Удава, вспоминая Кришне, говорит: «Камва даялам шаранам браджема». Где еще найти такое прибежище? Кого еще мне искать защиты? Кто еще сможет спасти меня? Только он, только Кришна. Говорится, что коруна шакти – это главная шакти Кришны. У Кришны огромное количество разных энергий. И разные энергии по-разному пытаются действовать. Есть энергия справедливости, энергия закона. Есть энергия, на которой построен этот мир. Есть энергия милости. И говорится, что последнее слово за энергией милости. Коруна шакти, когда разные энергии приходят в противоречие, кладет окончательный вердикт, окончательный приговор выносит именно она. Как ачарьи говорят, что когда в случае с Дамодар Лилой, когда Яшода пыталась привязать Кришну, Кришна не хотел, чтобы она его привязывала. И все было против того, чтобы она его привязала. Но когда Кришна увидел капельки пота на лбу Яшоды,
Харуна Шакти вышла на первый план и сказала: «Хватит издеваться над человеком. Если она хочет тебя привязать, дай ей возможность привязать». И это особое качество Кришны. Поэтому, когда мы медитируем на Него, когда мы думаем о Нем, когда мы думаем о Его лилах, то наше сознание трансформируется полностью. Наше сознание приобретает духовные качества. Говорится, что Кришна Чинтамани или Спаршамани. Спаршамани значит философский камень. И философский камень превращает железо в золото при любом соприкосновении. Как Рада Говинда Махарадж приводит замечательный пример. Он говорит, что можно взять философский камень и можно нежно прикоснуться к нему железным прутом. Железный прут превратится в золото. А можно взять философский камень и можно изо всей силы грохнуть по нему железным прутом. Железный прут все равно превратится в золото. Можно с нежностью прикоснуться к философскому камню, а можно попытаться ударить его. Философский камень есть философский камень. Рада Говинда Махарадж приводит другой пример. Он говорит, что можно взять нож, железный нож, которым мы режем фрукты для Кришны, и дотронуться до философского камня. Этот нож превратится в золотой. А можно взять нож мясника, которым мясник разделывает мясную тушу, и прикоснуться им до философского камня. Этот нож превратится во что? В золото. Когда бы ум человека не соприкасался с Кришной, ум человека начинает трансформироваться. И эта лила самым ярким образом демонстрирует удивительные качества Кришны. Вчера мы покинули Нанду Махараджа, который поздней ночью выехал из Матхуры. От Матхуры до Гокулы Махавана долгий путь. Сердце его тревожно сжималось, потому что Васудев предупредил его о неминуемой опасности. И Нанда Махарадж думал, его слова не могли быть напрасными, что-то дурное должно случиться. Он тревожно прислушивался, он слышал крики шакалов, и в этих криках шакалов ему слышались дурные предзнаменования. И тогда, закрыв глаза, он стал интенсивно думать о Кришне. Он принял прибежище у Кришны, он вспомнил улыбку своего малыша. Когда, прощаясь с ним, он зашел к нему в комнату, дотронулся до него, понюхал его голову, поцеловал его. И когда нянька пошутила и сказала: «Твой отец пришел попросить у тебя разрешения», и Кришна в ответ улыбнулся. Бежал. Нанда Махарадж думал о Кришне, и на сердце у него стало легче, стало спокойнее. И Шукадев Госвами переносит нас сразу вслед за этим в Гокулу. Мы с вами будем читать эти стихи из 6 главы 10 песни Шримад Бхагаватам и объяснять их. Я надеюсь, что мы дойдем до очень важных и интересных стихов. Во втором стихе Шукадев Госвами говорит: «Камсена прагита гора, путана балагардини, шишумс чачара нигнанти, пураграма враджадишу». Он говорит: «Камсена прагита гора, путана балагардини». Камса занял ужасную демоницу, ведьму путану. Прахита. Прахита значит, он занял ее первый. Камсена прахита. Гора значит ужасную. Путана балагатини. Путана, чьей профессией было убивать маленьких детей. Шишумс чачара нигнанти. Она ходила повсюду чачара. И шишумс нигнанти убивала детей. Она убивает детей прямо сейчас, в настоящем времени. Шукадев Госвами говорит это. Пура грама в раджадишу, переходя из одной деревни в другую по всему враджу. Что случилось в Матхуре после того, как Камса испытал шок? После того, как Камса попытался убить маленькую девочку, родившуюся у Деваки. Деваки прижимала
к себе эту маленькую девочку, она плакала, и когда зашел Камс и увидел эту девочку, он вырвал ее, несмотря на слезы, причитания Деваки, несмотря на ее попытки защитить маленькую девочку, он вырвал эту девочку и попытался шмякнуть ее об камень, как это случилось с 6 другими детьми Васудева. Девочка, вырвавшись у него из рук, взлетела в небо и громким голосом стала кричать: «Глупец, дурак, твоя смерть уже родилась». Камса перепугался, он стал просить прощения у Деваки и Васудева, он освободил их, снял с них кандалы, и он вернулся к себе и стал рассказывать о том, что произошло своим советникам. Шрила Джива Госвами говорит, что советники, запершись в комнате у Камсы, были похожи на стаю разъяренных тигров. Они стали бегать из конца в конец, они кричали. Тут раздавалось рычание. Они думали: как это так? Смерть Камсы родилась, значит, наша смерть тоже родилась. Мы не допустим этого ни за что, никогда. И тогда в их замечательных демонических умах родился потрясающий план. Нужно убить всех детей, которые родились на протяжении последних 10 дней. О, они обрадовались необычайно. Джай, ариму! Ари! Потрясающая мысль, мы будем убивать всех детей. Они стали думать, кто это может сделать. Мы помним, когда родился младенец Иисус, по той же самой причине царь Ирод захотел убить всех младенцев. И царь Ирод отправил во все концы своего царства войско. И так как он отправил войско, то Иосиф и Мария с маленьким младенцем Иисусом убежали от этой участи. Весть о том, что страшное войско Ирода идет и пытается конфисковывать всех младенцев и убивает всех новорожденных младенцев, очень быстро разнеслась повсюду. Люди пытались сопротивляться, люди разбегались в разные стороны. Демоны во времена Камсы были гораздо хитрее. Они решили: мы займем этим путану. И тут говорится: путана балагатини. Путана – страшная демоница. И слово путана значит путам на эти идти путана. Та, кто может забрать даже младенца. Путам значит чистота, путам значит невинность. Та, кто может убить даже невинного младенца. На самом деле это жуткая вещь. Можно представить себе, до какой степени жестокости может дойти человек, чтобы спокойно, хладнокровно, ни о чем не думая, убивать маленьких беззащитных младенцев. Путана любила это делать. И тут говорится: «Камсена прахитам гора, путана балагатини». Камсена прахитам. Шрила Радханатха Махарадж объясняет эту лилу, говорит: Камса был замечательным менеджером. Он умел занять каждого в соответствии с его склонностями. Камсена прахитам гора пула путана балагатини. Он знал, что у него есть в его распоряжении, в его арсенале есть эта замечательная женщина, которая любит убивать младенцев. Он подумал, почему бы не дать ей проявить свои творческие способности в полную силу. Камсена прахидамгара путана балагатини. И любопытный момент здесь. Да, и путана, я сказал, путан, на эти идти путана. Так, кто может украсть даже невинного младенца или забрать невинного младенца. И другое значение этого перевода или этого значения слова путана. Путам на эти, так кто забирает невинность. В русском языке тоже есть слово путана. Путана, да? Так кто лишает невинности. На самом деле путана значит та, у кого внутри нет стыда. Та, у кого внутри нет практически ничего божественного. Мы с вами находимся посередине между этой демонической природой и божественной природой. Наша задача с вами заключается только в том, чтобы так или иначе
усилить свою божественную природу, не дать возможности демонической природе взять верх. Потому что когда демоническая природа берет верх, человек, одержимый своим эгоизмом, может совершить самые ужасные поступки. Если мы посмотрим на историю человечества, мы увидим, что история человечества состоит из этого ужаса, страха. И Камса – олицетворение ложного эго. Он боится смерти. Что есть смерть? Смерть есть ложное эго. Я боюсь умереть. На самом деле я никогда не умираю. Я бессмертен. Мое ложное эго заставляет меня бояться. И Камса – это предел того безобразия, до которого человек может довести ложное эго. Если я дам волю своему ложному эго, в конце концов, мое ложное эго заставит меня совершать самые отвратительные, самые ужасные, самые бесчеловечные поступки. И очень интересный момент, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает этот момент. Он говорит, «Камсена прахита агора». Прахита значит, хита значит занятая. Это ужасная путана бала гатини, убивавшая младенцев. Она была прахита, она была занята Камсы первой. Прахита значит, он отвел честь убить Кришну, путани первой. Как считается, что женщин надо пропускать вперед. Камса был идеальным джентльменом. Он сказал, женщины вперед, пожалуйста. И поэтому он сказал, Камсена прахитамгара, путана балагатини, сисумсчачара нигнанти, пура грама браджавишу. И дальше Рада Говинда Махарадж очень интересно объясняет это. Шимшумсчачара нигнанти пура грама враджадишу. Тут говорится, что она бродила из одной деревни в другую и убивала детей. Но Рада Говинда Махарадж задает вопрос, могло ли такое случиться в принципе? Представьте себе, самое удивительное, самое счастливое событие произошло 5000 лет тому назад во Врадже. Кришна, олицетворение всего блага, всей удачи, родился на земле Враджа. И в этот же самый момент путана стала бродить из деревни в деревню и убивать всех новорожденных младенцев. И во всех деревнях матери подняли крик и стали плакать и оплакивать своих детей. Могло такое быть? Рада Говинда Махарадж говорит, не может этого быть. На самом деле, дальше мы увидим, что путана первой пришла в Гокулу, в дом Махараджи Нанды, и попыталась убить именно Кришну. Никого до этого она не убила. Она любила убивать младенцев до этого, но во Врадже она не могла никого убить. Мог ли Кришна допустить, чтобы его будущих друзей убила какая-то ведьма? Мог ли Кришна допустить, чтобы его появление в этом мире было омрачено горем тысяч матерей, чьих детей, новорожденных младенцев, убила путана? Нет, этого не могло быть. Почему же тогда Шукадев Госвами говорит, «Шишумшчачара нигнанти пураграма враджадишу». Она ходила или ходит сейчас по деревням Враджи, убивая детей. И Рада Говинда Махарадж говорит, что в санскрите есть такое правило, что иногда настоящее время можно применить по отношению к событиям, которые вот-вот произойдут. Они еще не произошли, но они уже практически случились. Практически грех или последствия за убийство этих детей уже лежит на путане, несмотря на то, что она еще никого не убила. Потому что она решительно настроена это делать. И имея это в виду, то, что путана собирается это сделать, Шукадев Госвами употребляет здесь настоящее время и говорит, что находит и убивает всех. И тотчас же, когда он рассказывает это, теперь представьте себя на месте Махараджа Парикшита. Шукадев Госвами ведет этот рассказ. Махараджа Парикшит сидит перед ним. И Махараджа Парикшит преданный. Он знает, что Кришна Бог. Он знает, что Кришну нельзя убить. Но ему все равно страшно за Кришну. Потому что хотя он Бог, он же все равно маленький владеец, беззащитный. И тут гигантская, страшная ведьма пришла, которая прославилась во всех трех мирах своей способностью жестоко и бессердечно убивать всех младенцев. У Махараджи Парикшита сжимается сердце, страх появляется в его глазах. И чтобы успокоить его, Шукадева Госвами произносит следующий стих.
Этот следующий стих – удивительная сиддханта, которую нам нужно знать. Сила Прабхупада подчеркивает или объясняет эту сиддханту в комментарии к этому стиху. «Наятра сраванадини ракшогнани свакармасу курванти саттватам барту ятуданьяща татрахи». «Наятра сраванадини ракшогнани свакармасу». Он говорит, что в том месте, и слушайте очень внимательно, потому что нам нужно быть полностью уверенным в этой истине. Шрила Шукадева Госвами формулирует общее правило. Он говорит, «Наятра сраванадини ракшогнани свакармасу». В том месте, где люди исполняют свои обязанности, свакармасу, где люди занимаются своими делами, где люди мирно заняты тем, что они делают. Наятра, сраванадини, ракшагнани. И одновременно с этим либо слушают, либо повторяют удивительные звуковые вибрации, которые по своей природе ракшагнани. Гнани что значит? Убивать, да? Ну, как вы слышали это слово? Гна, гна. Гна, ракшагнани свакармасу. Когда человек произносит эти вибрации, какие вибрации? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Курванти саттватам бартур. Когда эти вибрации связаны с саттватам бартур, когда саттваты или преданные, целиком посвятившие свою жизнь Верховной Личности Бога, произносят эти вибрации. Ятхуданьяс чататрахи. Никто и ничто дурное не может произойти с ними. На самом деле здесь Шукадева Госвами успокаивает Махараджу Парикшита. Он говорит, ничего дурного не случится во Врадже. В Гакуле ничего дурного произойти не может, потому что там преданные все время поют. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Более того, сам Кришна родился в Гакуле. Что дурного может произойти там? Но очень важное слово здесь, очень важное слово, и Шрила Прабхупада подчеркивает это. Он говорит, даже ради материального благополучия всем следует повторять мантру Харе Кришна, чтобы защитить себя от всех опасностей. Шрила Джива Госвами комментируя этот стих, говорит, что не только от демонов защищает эти звуки Харе Кришны мантры, даже от богов, от полубогов, от их вмешательства в нашу жизнь эти звуки защитят нас. От духов, от привидений, от всех кого угодно. В жизни Бхактивинода Такуры была замечательная история, когда он однажды остановился в доме, и в этом доме жил страшный Брахма-ракшас. Он был вместе с маленьким Бхактисиддхантой Сарасвати. И на следующее утро местные жители пришли и спросили, как он спал здесь. Он сказал, о, замечательно спал. И спросили, как так? Никто не может спать в этом доме. В этом доме живет страшный Брахма-ракшас. Он говорит, да, он пришел ко мне, этот Брахма-ракшас, захотел меня убить. И как вы после этого спали? Он говорит, да, отлично спал. Я просто Харе Кришна сказал, и он ушел. И больше никогда не вернется. Местные жители удивились еще больше и сказали, на самом деле этот Брахма-ракшас сам Харе Кришна произносит. Этот Брахма-ракшас был пуджари или жрецом в местном храме, и всю свою жизнь он на четках повторял «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе». И даже после смерти иногда пугает других этими звуками. Представьте себе, к вам придет привидение. Вы будете кричать «Харе Кришна», а привидение вам будет в ответ кричать «Харе Кришна». Это еще страшнее. И Бхактивинод так он сказал, нет, на самом деле он никогда не произносил Харе Кришна. То, что он произносил, было тенью святого имени. Поэтому Шукадев Госвами подчеркивает здесь, курванти саттватам барту, что на самом деле Кришна, бартур, барту значит пати, повелитель, защитник.
Он защищает преданных. Каких преданных? Сатватам. Сатватам – это преданные, у которых нет никакой другой цели, кроме Кришны. Когда человек обретает эту целеустремленность, когда его ум становится направленным к одной цели, когда у него нет никаких других желаний, в этом случае Сатватам Бартур, этот защитник преданных, защищает его от всех, от кого угодно, от стихийных бедствий, от несчастья, от кого угодно. И Шрила Прабхупада подчеркивает это. Он говорит, этот мир полон опасностей, падам-падам, ядви-падам. Понимая это, мы должны повторять Хари Кришна мантру, благодаря которой наша жизнь в семье, обществе, нашем городе и стране будет спокойной и свободной от всех опасностей. Итак, Сукадев Госвами успокаивает Махараджа Парикшиту и продолжает рассказ. И слушайте, очень интересный рассказ. Дальше рассказ приобретает все большую и большую динамику. Саккечарь экадаппатья путана нандагокулам йошитва майаятманам правишат камачарии. Сукадев Госвами говорит, кечари экадаппатья. Экада значит в один прекрасный день. Один прекрасный день, как я уже говорил вчера, это произошло на шестой день после рождения Кришны. И ачари, в частности Джива Госвами, они вычисляют накшатру, когда это произошло. Кришна родился в какой накшатре? Под какой накшатрой? Рахини. Спасибо. Есть астролог. Кришна родился под очень благоприятной накшатрой Рахини. Какая накшатра находится через шесть после этого? Есть астрологи тут? Ашлеша накшатра. Ашлеша значит ядовитая накшатра. Путана не зря пришла, а именно в этой накшатре. И на Чатурдаше. На восьмой день Кришна родился. Чатурдаша – это страшный день, это ужасные титхи. В соответствии с наукой ведической астрологии, самые неприятные события, неблагоприятные вещи случаются в этот день Чатурдаши. Чатурдаша – перед самым новолунием, в темную ночь, когда солнце уже клонилось к закату, путана села на метлу и прилетела по воздуху в Гокулу. Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии. Тут говорится «кечари». «Кечари» значит, она могла путешествовать по воздуху, по эфиру. И Шрила Прабхупада говорит, что в некоторых районах Индии до сих пор живут ведьмы, которые могут, сидя на палке, очень быстро перелетать из одного места в другое. Путана владела этим искусством. Иначе говоря, не только русские ведьмы летают на метле. Ведические ведьмы пользуются теми же самыми средствами передвижения. И ачари объясняют, они говорят, что путана оседлала эту самую метлу в Матхуре. И представьте себе, с аэродрома в Матхуре взлетает самолет. И приземляется прямо в Гокуле. Кечари, экадаппатья, в это ашлеша накшатру, на 14-й день, путана нандагокулам йошитва майаятмана. Путана, которая приняла облик удивительно красивой женщины, Йошитва, Майя Ятманам, благодаря своей собственной мистической силе, Правишат Камачарини. Это слово Камачарини, относящееся к путане, разные ачари также объясняют по-разному. Сила Сидар с вами объясняет слово Камачарини, значит бесстыжие. Камачарини буквально значит та, которая гуляет по собственной воле. И в ведической культуре женщины, зная, что главное украшение женщины, главное достоинство женщины – это смирение и скромность, никогда не ходят сами. Женщины никогда не ходят без защитника. Если вы видели традиционные ведические семьи, то сначала идет важный мужчина, а сзади идет смиренная женщина. Если вы видели традиционные западные семьи, то впереди обычно идет важная женщина, а сзади идет смиренный мужчина.
И здесь Шрила Сридхар Свами говорит, что главное качество путаны, которое описывает здесь Шрила Шукадев Госвами, когда говорит камачарини, это то, что у нее не было стыда. То, что она ходила везде, где хотела. Вам Шридхар объясняет, что камачарини значит та, которая могла принимать любую форму. Что путана приняла в соответствии со своей майей, в соответствии со своей мистической силой эту ложную форму женщины. И ачарьи объясняют, что в сущности это в том числе история каждого из нас. Что каждый из нас принимает какие-то ложные формы здесь, в этом мире. Что все формы, которые мы принимаем, формы женщины или мужчины, матери, отца, ребенка, старика, все это ложные формы. Все это формы, созданные майей. Все эти формы, которые нужны нам только для того, чтобы мы так или иначе убили Кришну. Смысл жизни каждого живого существа – убить Бога. Ницше был откровенен достаточно для того, чтобы сказать: «Бог мертв». И он добавил, что «я убил Бога». Если бы он не был мертв, его нужно было бы убить. Но здесь объясняется это. «Йошитва моя ятманам правишатка мачарини». Унанда Гокулам зашла эта женщина, которая приняла форму очаровательной женщины. И тут очень интересная вещь возникает вслед за этим, что путана воспользовалась своей майей, и эта майя каким-то образом ввела в заблуждение обитателей Враджа. Шрила Джива Госвами говорит, что у Нанда Гокулы, у деревни Враджа, стояли стражники. Эти стражники под страхом смерти не пускали никого, никто не мог пробраться туда. Задается вопрос, как же путана вошла? И ответ содержится в этом стихе. Почему путана вошла? Правильно, спасибо большое. Потому что она была красивой женщиной. Перед красивой женщиной открываются все ворота. Стражники увидели эту красивую женщину и сказали: «Добро пожаловать в Гокулу». И Вишванатха Чакраварти Такур задает вопрос, каким образом майя могла воздействовать на вечных спутников Господа. И отвечает: «Не могла». Он говорит, что когда майя, иллюзорной энергии Господа, пришлось иметь дело с этой лилой, то в этот момент майя отошла в сторону и сказала: «Я не буду к этому иметь никакого отношения, потому что вечные спутники Господа не подвластны моей власти». И тогда сам Кришна из сердца велел путане принять прекрасный облик и ввести в заблуждение обитателей Враджа. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что майя сама по себе не могла бы ничего сделать, что только благодаря вмешательству самого Кришны эта лила могла случиться. И очень важный момент. На первый взгляд этот стих находится в противоречии с предыдущим стихом, потому что в предыдущем стихе говорится, что ракшасы, демоническая сила, не может войти туда, где преданные поют имя Кришны. Что же тогда говорить о том месте, где сам Кришна находится? Как демоническая сила, как демоница могла войти туда? На самом деле это очень важный момент для нас с вами, потому что мы находимся в царстве демонической материальной энергии. И здесь постоянно эти демонические силы пытаются ворваться к нам, пытаются так или иначе помешать нам. Недавно я разговаривал с одним брахмачари. Брахмачари мне рассказывал, сколько раз на него разные женщины делали черную магию. Он говорит: «Я устал просто от этого. Устал отражать атаки черной магии». Он говорит: «Я не знаю, что с вами они делают, потому что наверняка на вас столько уже там всего налеплено». Это реальный факт.
материальном мире, когда мы чувствуем злобу, зависть по отношению к кому-то, это все та самая демоническая сила, которая может помешать нам. И есть одна единственная защита от этой демонической энергии. Какая? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Чистота. Только чистота может защитить нас. Ничто другое. Если у нас не будет чистоты, то тогда сквозь нашу ауру будут проникать эти злобные духи, они будут вторгаться в нас, эти злобные демонические силы будут мешать нам. Различные привидения могут вселяться в нас, духи, мы будем одержимы всем этим. Это ужасная вещь, это материальный мир, непростая вещь. Но тут встает вопрос, как бы эти два стиха находятся в ярком противоречии друг с другом. В первом стихе Махараджи Парикшиту говорят, что ничего страшного не может случиться там, где преданные поют святое имя. А в следующем стихе говорится, что это камачарини, бесстыжая женщина, воспользовавшись своей майей и красивым обликом, вошла в Нандагокулу. И ответ на это будет содержаться в следующих стихах. Слушайте внимательно. Почему она все-таки вошла? Сила Дживы Госвами на самом деле объясняет это очень интересным образом в Прити Сандарме. Следующие стихи, очень интересные, 5 и 6 стих, описывают облик Путаны. Там кеша банда вяти шакта малликам бриханнитам бастана кричрамадьямам сувасасам калтитакарна бушана твишолласат кунтала мандитананам. Сила Шукадев Госвами с огромным вкусом описывает красоту облика Путаны. Он говорит, Путана приняла облик такой красивой женщины, что там кеша банда вяти шакта малликам, волосы ее были красиво убраны, причесаны, и в волосах была гирлянда из белых цветов жасмина. Как те из вас, кто были в Южной Индии, они знают, что до сих пор там женщины называют эти красивые венки из ароматного жасмина. И волосы ее были красиво причесаны, связаны, у нее не было распущенных волос. На самом деле даже Путана знала, что с распущенными волосами в Гокулу ее не пустят. Что волосы должны были завязаны быть. Кешабанда, яти шакта маликам, бриханни дамба стана крича мадьямам. Фух. Дальше идет описание чисто индийской красоты. Там говорится «брихан нитамба истана». Нитамба истана были большими. Нитамба значит бедра. Стана значит груди. Кричра мадьяма. А талия была такой тоненькой. Иногда, когда в индийской поэзии хотят описать красоту женщины, говорят, что ее талия вот-вот надломится от тяжести грудей. Шукадев Госвами с таким вкусом описывает этот облик женщины, что поневоле усомнишься, был ли он таким же строгим саньяси. Там кеша банда вяти шакта малликам бриханнитам бастана крича мадьямам сувасасам калпитакарна бушана. Она была одета в отборное сари. Но на самом деле ачарьи объясняют, почему Шукадев Госвами с таким вкусом описывает красоту Путаны. Потому что он говорит, она же пришла как мать Кришны. Она же своей красотой, она же нарядилась для кого? Для Кришны нарядилась. В норме Сила Дживы Госвами описывает ее нормальный облик. Он говорит, у нее были рыжие, жесткие, как палки, волосы, которые торчали в разные стороны. У нее были глаза, которые напоминали змеиные норы. Они были очень глубокие и впадшие, а ресницы у нее были, как клубки кобры.
Чувствуете, да? И большие хищные ноздри. Это ее нормальный облик, ее сварупа. Но ради Кришны она приняла облик прекрасной женщины, и Шукадева Госвами восхищается ее преданностью. На самом деле Шукадева Госвами ценит только бхакти. И он видит в этом бхакти, он говорит, она нарядилась для Кришны, она стала такой красивой для Кришны, брихамнитамбастана кричарамадьямам, она даже завязала свои волосы сувасасам, калпитакарна бушана, она оделась в самые красивые одежды. И ачарьи говорят, что красоту женщины составляют три вещи. Сувасасам, сувайасам и сувачанам. Три вещи в женщине должны быть красивыми, чтобы она стала по-настоящему красивой. У нее должна быть красивая одежда, сувасасам, сувайасам. Что еще должно быть у нее? Возраст красивый. Есть возраст, когда любая женщина красивая. Он, правда, длится недолго. Месяца полтора, примерно. Когда женщинам не нужно косметикой наряжаться, когда от их щек исходит сияние, когда они красивые. И поэтому это очень важная составляющая материальной красоты. Сувайасам. И сувачанам что там должно быть? Красивый голос. И красивые умные речи. Пудана. Тот самый момент, когда она примет свой изначальный облик, она заорет низким басом. Но когда она вошла к акулу, она говорила нежным голосом. Как знаете, в индийских фильмах женщины поют высоким голосом. Эй! Эй! У меня плохая путана. Говорится, сувасасам калпитакарна бушана, у нее в ушах были прекрасные блестящие серьги, твишолласад, твишауласад, у нее была твишауласад, эти серьги блестели, кунтала, ее волосы тоже блестели мандитананы, эти волосы, кудри, замечательные волнистые волосы обрамляли ее лицо. Вокруг ее лица были замечательные. Представьте себе путану. Потому что на самом деле все обитатели Враджа пришли в необычайное волнение, когда увидели. Обитатели Враджа, Шиладжива Госвами говорит, что когда путана шла по Гакуле, по деревне Махараджананде, люди, которые сидели у своих домов, обсуждали что-то, говорили о Кришне, сидели на заваленке, был уже закат. Широко открывали рты и как примагниченные шли за ней. Кави Карнапур говорит, что особенно много там было мужчин. Мужчины, когда видели путану, в этом облике гопи, они думали, королева красоты посетила Гокулу. Толпа шла запутанной, и люди шли, не знали, кто это такая. Слушайте дальше. Валгус смита панга, висарга викшитая, манохарам там ванитам браджокасам. Асатсамбоджакарена рупиним, гопьях шриям драштум и вагатам патим. В первом стихе описывается внешность путаны, а во втором стихе описывается, что она делала. Валгу смита. Первое, что бросалось в глаза, это улыбка путаны. Эта улыбка была валгу смита. Смита значит улыбка, валгу значит нежная улыбка. Она шла и нежно улыбалась. Красота женщины в сдержанности. Представьте себе, если бы путана вошла громко хохоча. Нет, путана нежно и очень скромно улыбалась. Валгу смита. Висарга викшитая. Тут
говорится дальше, что помимо того, Валгу Смита, Апанга, Висарга, Викшитая, обворожительные улыбки и взглядами, которые раздавались каждому. Вот она шла и одаривала этим нежным взглядом всех вокруг. Знаете, как женщины могут бросать нежные взгляды, которые побеждают сердце всех. Только особая женщина обладает этим искусством. Путана была одной из них. Она шла, постепенно за ней набиралась большая толпа последователей. И дальше тут говорится, монах Харантим, привлекающий внимание, Ванитам, привлекательную женщину, Враджокасам. Все обитатели Враджа шли за ней и обсуждали ее красоту, как один. И самое удивительное, что тут говорится, Манахара, она украла ум. Слово «ум» в данном случае употреблено в единственном числе. Это значит, что все умы обитателей Враджа были, как один, полностью отданы ей. Не то, что обитатели Враджа шли и говорили, нет, что-то она мне не нравится, это какая-то не очень красивая Путана сегодня пришла к нам, вчера была лучше. Нет, все как один, как будто бы у них один ум. На самом деле обитатели Враджа, они отличаются именно этим, они отличаются своей простотой. И в простоте своей они полностью отдали ей свои сердца. Они подумали, что они подумали, в следующем стихе говорится это. В следующем стихе говорится, что Амамсата, Амбаджакарена Рупини, что держала в руке Путана? Лотос. Амбаджакарена. В руке у нее был лотос. И одна женщина, увидев этот лотос, закричала, я знаю, кто это, я знаю, кто это, я знаю, кто это. Соседки стали спрашивать у нее, кто это, кто это, кто это? Она сказала, это Лакшми. Потому что Лакшми держит лотос. Лотос – это символ Лакшми. Лакшми всегда изображают на лотосе. И когда женщина увидела это, и подруги, они же простые деревенские жители. Одна сделала это удивительное открытие, это сама Лакшми. Подруга закричала ее, о, моя подруга, какая ты умная. Ты догадалась, кто это? Теперь я тоже поняла, что это Лакшми. Как один обитатель Вриндавана шли за ней и говорили, сама Лакшми пришла к нам, сама Лакшми пришла. Вы слышите? Сама Лакшми, богиня процветания, пришла. Куда она пойдет? Куда она, интересно, пойдет? И они стали говорить, куда она пойдет? Конечно же, она ищет кого? Своего супруга Нараяны. И где должен быть этот супруг? Конечно же, этот супруг Нараяна должен быть в доме Махараджи Нанды. Потому что в доме Махараджи Нанды родился такой замечательный ребенок, и наверняка Нараяна находится рядом с ним. Поэтому, когда Путана направилась прямо к дверям дома Махараджи Нанды, все с облегчением вздохнули и подумали, она идет туда, куда надо. Это сама Лакшми пришла, чтобы найти Нараяну. И остается все равно неотвеченный вопрос, как обитатели Враджа могли попасть под влияние иллюзорной энергии. Одни ачарьи говорят, что на самом деле обитатели Враджа попали под влияние камы, потому что только кама может ослепить людей. Правильно? В Нити-шастрах говорится, что сова слепая ночью. Извиняюсь. Сова слепая днем. Ворона слепая ночью. А человек, ослепленный камой, слепой и днем, и ночью. Есть красивое санскритское слово «каманда». «Кама-анда». Тот, кто ослеп под влиянием камы. И кто-то говорит, что они, как обычные люди, были ослеплены камой. И на самом деле этот смысл тоже имеет значение для нас с вами. Мы должны знать, что когда кама проникнет в наше сердце, туда откроется дорога кому? Путане. Что когда вожделение проложит дорогу в наше сердце, мы станем жертвой злобных сил этого мира. Что злобные силы этого мира обладают властью над теми,
кто одержим камой или вожделением. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать каму. Но как кама могла одолеть обитателей Вриндавана? Ну, понятно, мы с вами понятны. То, что мы бы с вами пошли запутанные, ну, в этом нет никаких сомнений. Правда, я думаю, что некоторые брахмачари думают, я бы пошел запутанный, но чтобы попроповедовать ей. Тогда брахмачари распространяют книги в основном женщинам на улицах. И при этом происходит проповедь. Из сердца в сердце. Но на самом деле не нужно недооценивать могущество майя. Если тут говорится майя и атманам, что майя овладела даже обитателями Вриндавана, это что-то значит. Но секрет этого раскрывает Джива Госвами. Джива Госвами говорит, что чистые преданные свободны от влияния майи. Харидас Такур, когда к нему сама майя пришла, чтобы соблазнить его, сидел и повторял в ночной тьме: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». И как майя не пыталась соблазнить его, ничего у нее не получилось. Харидас Такур говорит: «Я должен повторить мантру, потом я тебя удовлетворю, майя». «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе». Но Шрила Джива Госвами говорит, что иногда, в некоторых случаях, ради своих лил, Кришна делает так, что обитатели Вриндавана проявляют некое подобие материальных привязанностей. Обитатели Вриндавана полностью свободны от материальных привязанностей, их тело, их сердце иммунно, оно не подвластно материальным привязанностям. Ничто материальное не может пленить их сердце. Но тут говорится, что все их сердца были отданы путани целиком. Почему? Потому что иногда Кришна делает некое подобие материальной привязанности в сердцах обитателей Вриндавана для того, чтобы его лила могла произойти. И дальше начинается самое интересное. Дальше два следующих стиха очень важны для нашего понимания. Балаграхас татра вичинватииши шунь. Балаграха значит ведьма, которая убивает младенцев. Балаграха. Ведьма, которая хватает или крадет младенцев. Татра вичинвати шишун. Она стала думать, где же найти мне младенца, где тут родился младенец. В Матхуре все слышали о замечательном празднестве, которое устроил Махараджа Нанда в Нандоцеву на следующий день после рождения Кришны. И поэтому ядричхая нандагрихе асадантакам балам пратичханани джору тейджасам дадарша талпе агним ива ахитам баси. Что по влиянию, под влиянием судьбы ядричхая, под влиянием провидения, эта ведьма нашла дорогу прямо к нандагрихе, к дому Махараджи Нанды. И там, в доме Махараджи Нанды, она увидела кого? Она увидела маленького младенца Кришну. Кришна сидел, вернее, лежал в колыбельке. Он излучал яркое сияние. Она увидела этого младенца и подумала: этот будет первым. С этого начнем. В сердце у нее поднялась радость. Но тут, опять же, для того, чтобы успокоить Махараджу Парикшиту, слушайте, что произошло. Она прошла по деревне, вокруг нее собралась толпа. Но когда она подошла к дому Махараджи Нанды, все с благоговением отошли и сказали: наверняка она нашла своего супруга. Она пришла для того, чтобы послужить нашему маленькому младенцу. И наверняка там находится сам Нараяна. Наверняка она придет для того, чтобы благословить его. Богиня Лакшми, богиня процветания, пришла благословить нашего Лалу. Все с огромным удовлетворением разошлись по домам. Путана одна вошла в этот дом. Махараджа Парикшит опять начинает беспокоиться. В доме нет даже мужчины, даже Нанды нет. Есть только Яшода, нянька, Рахини, две слабых женщины. И он говорит, чтобы Махараджа Парикшит
не беспокоился. Асад Антакам. Там она увидела кого? Асад что значит? Асад что значит? А? А? Не вечный, пременный, материальный. Антакам? Тот, кто кладет конец. Там она увидела младенца, который кладет конец всему Асад, всему демоническому, всему невечному, всему порожденному гунами страсти и невежества. Ядричхая нандагрихе асадантакам балам. Этот маленький ребенок там лежал, как он лежал. Пратичханани джору теджасам дадарша талпи гним и вахитам баси. Она увидела его, этого ребенка, который прятал в себе свое могущество. Пратичханна ниджору теджасам. Она увидела, и ачарьи говорят, что Кришна был подобен углю, который подернут пеплом. Как иногда, когда костер уже погас, и как бы там находятся холодные угли. Если вы прикоснетесь к этим холодным углям, что вы почувствуете? Страшный жар, потому что внутри они горячие. Точно так же она увидела этого маленького Кришну, который был подобен углю. Внутри был необычайный жар, жар, который может уничтожить всю Вселенную. Жар, который уничтожает тысячи, миллиарды Вселенной. Был сокрыт под этим покровом невинного маленького младенца. И путанно обрадовалась. Этого я съем первым. Не на того нарвалась. Не спросив ни у кого разрешения, Ядрича, она вошла в покой Махараджи Нанды и увидела спящего на кровати младенца, чье беспредельное могущество было скрыто по подобно мощному огню, скрытому пеплом. И дальше, следующий стих, очень важен для нас. Вибуддья там балакаматрика марика грахам. Вибуддья там балакамарика грахам. Вибуддья, Кришна сразу понял. Кришна маленький младенец 6 дней от роду. Но в этот момент одна из его энергий, энергия всеведения, которая обычно во Врадже отдыхает, пришла к нему и предложила свое служение. Одна из энергий Верховного Господа – это энергия всеведения, он знает все. И в следующем слове, в следующей строчке будет говориться «чара, ачара, атма». Он есть атма или душа кого? Чар и ачар. Кто такие чары и ачары? Движущиеся и неподвижные живые существа. Он находится в сердце каждого живого существа. Он знает помыслы каждого. И во Врадже он обычно делает вид невинного младенца. Во Врадже он пугается молнией. Во Врадже он бегает от кошек. Во Врадже он прячется от своей мамы в страхе. И, как правило, как объясняет Вишванатха Чакраварти Такур, он находится немножко сбитым с толку состоянии ума. Он не помнит ничего. Но это его энергия, энергия всеведения. В момент опасности даже Вавраджа приходит к нему. И в момент опасности говорит, может быть, я могу тебе чем-нибудь послужить. И Кришна говорит, ну давай, ладно, так и быть. В конце концов, Кришна задействует даже эту энергию всеведения Вавраджа. И поэтому тут говорится, вибудья там балакам марика гьянам грахам. Он увидел, он узнал, он сразу понял, что эта женщина пришла его убить. У него не было никаких сомнений. Почему? Чара-чара-татма. Са-милитекшанах. И поэтому в этот момент Кришна что сделал? Милитекшанам. Закрыл глаза. И вот тут начнется самое интересное, потому что разные ачарьи будут по-разному объяснять, почему Кришна закрыл глаза. На Шримад Бхагаватам написано больше 80 знаменитых комментариев. Ни одно другое произведение ведических писаний не имеет такого богатства комментаторской традиции. Каждый комментатор по-своему объясняет, что происходило в этот момент в уме у Кришны. Шрила Прабхупада объясняет это тоже в своем комментарии по-своему. Он дает свое объяснение. Он говорит, почему Кришна закрыл глаза? Потому что Кришна растерялся. Почему Кришна растерялся? Потому что с одной стороны он увидел, эта женщина пришла убить меня.
Он знает, Вибудья там Балакамарика Грахам, это женщина, которая пришла и убивает детей. А с другой стороны, она пришла в облике матери. И он не понял, что мне делать-то теперь. Так как она пришла мне убить, и Кришна говорит, я там ам прападянте, там стаками баджами агам. Как кто ко мне относится, я отношусь к нему соответствующим образом. Так как она пришла ко мне меня убить, я должен ее убить. Так как она пришла меня накормить, я должен попить ее молоко. Что мне делать-то теперь? Убить? Или попить молоко. Но потом Кришна быстро сообразил, что можно убить, попив молока. И дальше тут говорится, но мы потом посмотрим, как разные ачарьи, в зависимости от того, что они хотят подчеркнуть, какое качество Кришны они хотят объяснить, они по-разному объясняют, почему Кришна закрыл глаза в этот момент. Но мы сначала прочтем этот стих, а потом уже прочитаем разные объяснения. Анантам аропаят анкам антахам. Аропая, значит, она положила анкам на свои колени. Кого? Анантам. Бесконечного Господа, который к тому же является антахам, концом. И Шрила Прабхупада также говорит в комментарии, что это сочетание, с одной стороны, он ананта, бесконечный, а с другой стороны, он антаха, тот, кто кладет конец. Сукадев Госвами здесь свое удивление выражает. Он говорит, что в этом стихе выражено одновременно три удивления. Первое удивление – удивление Кришны. Кришна увидел эту красивую женщину и думает, мама пришла покормить. А потом сразу понял, нет, убийца пришла меня убить. И он удивился. Он подумал, что это меня убивать? За что меня убивать? Правда, мы же все никогда не понимаем, за что нам плохо люди делают. И Кришна удивился. А второе удивление, это удивление самого Шукадевы Госвами. Он говорит, он сам ананта. Он бесконечный. При этом он что делает? Кладет конец всему сущему. Он таким образом он успокаивает Шукадеву Махараджа Парикшиту в том числе, он говорит, не бойся, он антакам, и сам он ананта, его убить невозможно. Ятхо урагам, суптам абудхи раджудих. И третье удивление, которое тут выражено, или третья запутанность, которая тут выражена, это запутанность путаны. Потому что путана увидела этого младенца, и она была похожа на глупого человека, Абудхи, Раджудих, который в темноте видит змею и думает, что это веревка. И что он делает с этой змеей? Он кладет ее себе на колени. Ятха урагам. Урагам значит змея. Она взяла этого маленького младенца и положила себе на колени, так, как будто бы это была веревка. И Шрила Прабхупада объясняет здесь это. Шрила Прабхупада говорит, что недалекая путана думала, что сможет убить своего антакам, того, кто покончит с ней. Но поскольку он беспределен, ананта, его невозможно убить. И мы сейчас с вами прочитаем разные объяснения, почему Кришна закрыл глаза. Каждое объяснение одно лучше другого. Разные люди по-разному толкуют это настроение. Я сейчас, чтобы не пропустить ни одно из них, я найду то, что я подготовил к этому. Я помню большую часть из них, но на всякий случай, чтобы ни одно из них не пропустить. Я уже пропустил. Вот оно. Окей. Итак, мы уже объяснили, что Шрила Прабхупада рассказывает, Кришна не знал, благословить ее или убить, поэтому он закрыл глаза. Другой ачарья говорит, почему Кришна закрыл глаза? Закрыть глаза значит что? Значит не видеть, правильно? И ачарья говорит, он просто решил закрыть глаза на все ее прегрешения и проступки. Он подумал, да ладно ее, простим ее. Что с ней? Мне не так важно, что она там сделала. Пришла сюда, простим ее полностью.
Третий ачарья говорит, нет, он закрыл глаза, потому что он перепугался. Как знаете, маленькие дети, когда кто-то чужой появляется перед ними, что они делают? Когда какой-то чужой человек приходит, пытается играть, что они делают? Отворачиваются, да? Они прижимаются к своей матери. И точно так же Кришна увидел, какая чужая тетка пришла. Так и Кришна закрыл глаза. Не хочу, не хочу, не хочу видеть. И те, кто пытается подчеркнуть этот аспект Кришны, как маленького младенца, они говорят, что просто он от испуга закрыл глаза. Четвертый говорит, да нет, не поэтому он закрыл глаза. Он закрыл глаза, потому что он не хотел видеть демоницу. Пришла демоница, чтобы не оскверняться, он закрыл глаза от отвращения. Как иногда люди говорят, я не хочу видеть тебя. Глаза бы мои тебя не видели. Другой подчеркивает это или как бы усиливает этот момент. И он говорит, он не хотел видеть ее, потому что она хотела убить его друзей и подруг. Она пришла для того, чтобы убить всех младенцев, и поэтому он говорит, ее намерение так ужасно, что я даже смотреть на нее не хочу. Так. Пятый ачарья, объясняя это слово, одно слово, он говорит, что в глазах всех живет Махараджа Ними, Нимеша. Когда люди моргают, то там есть особая прана, которая заставляет нас закрывать или открывать глаза. И поэтому Махараджа Ними, не сам Кришна, а Махараджа Ними решил, что он не должен позволить Кришне увидеть эту путану, и чтобы защитить Кришну от осквернения, он закрыл глаза. Еще один ачарья говорит, что нет, Кришна не хотел увидеть на самом деле ее смерть, потому что смерть – это отвратительное зрелище. Смерть очень сильно оскверняет. Говорится, что когда человек видит смерть или присутствует при смерти, он даже не должен потом в течение какого-то времени появляться в храме или еще где-то, он не должен осквернять это, потому что этот вид, страшный вид смерти, и он поэтому взял и закрыл глаза, чтобы не видеть смерть. Но другие ачарьи дают еще более интересные объяснения. Кто-то еще говорит, Кришна подумал, если я посмотрю на нее, Кришна – олицетворенное знание, она – олицетворенное невежество. Так, если Кришна посмотрит на нее, то что сделается с нее невежеством? Невежество ее сразу же исчезнет, правильно? Представьте себе, если вдруг Кришна подойдет к вам, сам Кришна, и посмотрит на вас. Останется у вас невежество? Да нет, никакого невежества не останется. Кришна подумал, я посмотрю на нее, она передумает меня убивать. И никакой лилы не будет. Поэтому он подумал, на всякий случай закрою глаза, чтобы она не передумала. Другой ачарья говорит, нет, нет, нет. Кришна закрыл глаза. Кто закрывает обычно глаза, когда люди не спят, а закрывают глаза? Это кто? А? Когда люди медитируют, правильно? Когда люди размышляют, медитируют. И ачарья говорит, да Кришна медитировать стал. На что он медитировать стал? Кришна стал думать. Хорошо, она пришла, мне нужно будет ее убить, а потом освободить. За что освобождать-то? Если совсем не за что освобождать, то тогда меня будут упрекать. И Кришна стал медитировать, в каких прошлых жизнях она что-то хорошее сделала. Ачарья говорит, он стал сканировать ее прошлой жизни и думать, может, она все-таки что-то хорошее сделала, за что ее можно освободить. И поэтому он закрыл глаза. Иначе говоря, он хотел найти какой-то предлог, чтобы ее освободить. Другой ачарья говорит, да нет, не поэтому. Друзья мои, это же понятно, почему он закрыл глаза. Вы когда-нибудь пили горькое лекарство? Когда мы горькое что-то пьем, что мы делаем с глазами? Зажмуриваемся. Кришна подумал, мне нужно будет пить ее горькое отравленное молоко. До этого я пил только сладкое молоко моей матери. Меня кормила Каушалья, меня кормила Адити, меня кормила Девики, меня кормила Яшода. Я пил только их сладкое молоко. Сейчас нужно будет выпить это горькое молоко, и поэтому зажмуримся. Другой ачарья говорит, да нет, не поэтому он закрыл глаза. Почему он закрыл глаза? Потому что Кришна Бог. Так как Кришна Бог,
И говорится, что в Боге находится много живых существ. Все живые существа, масса, огромное количество живых существ находится в нем. И они все перепугались. Сейчас она убьет Кришну, что с нами будет? Мы же там у него внутри находимся, мы тоже помрем. И поэтому Кришна, все полубоги находятся в нем. И Кришна, чтобы их успокоить, дескать, все нормально, все у меня под контролем, он закрыл глаза. Поэтому, чтобы их успокоить, он закрыл глаза. Сиотика говорит, да нет, вы вообще ничего не понимаете. Вы правы, Кришна закрыл глаза, потому что он стал медитировать. На кого он медитировал? Кто яд пьет? Обычно Шива. Кришна в этот момент подумал, слушай, я для того, чтобы в Гокуле родился, чтобы яд пить? Я родился в Гокуле для того, чтобы есть масло, молоко, йогурт, для того, чтобы пить сладкое молоко этих вриндаванских коров. Я не привык тут этот яд пить. И поэтому он стал медитировать на Господа Шиву, чтобы Господь Шива вошел в него и за него яд выпил. Он как бы говорил при этом в медитации Господу Шиву, Господь Шива, тебе не привыкать, ты можешь выпить любое количество яда, выпей немножко яда, и потом дальше уже я буду пить молоко. А другой говорит, да нет, не поэтому. Не поэтому она закрыла, он закрыл глаза. Кришна закрыл глаза, потому что он подумал, мне нужно будет ее убить, она приняла форму моей матери, как же я могу убить мою мать? Она же моя кормилица. Она сейчас достанет грудь, она будет меня кормить, мне придется ее убить. И один ачарья говорит, что это только в Кали-югу люди без зазрения совести могут убивать своих собственных матерей. Люди убивают корову, чьим молоком они питаются, люди убивают своих матерей тоже, в том числе. И Кришна, ну ему как неприятно было, что он открывает начало Кали-юги этим поступком, поэтому он закрыл глаза. Много разных еще объяснений есть, но есть еще несколько очень интересных объяснений. Сейчас я хочу понять. Какое-то объяснение я пропустил. Следующее объяснение. Кришна увидел перед собой эту женщину. И он увидел сразу же, что она пришла с намерением его убить. И Будья там Балакамарика Брахам, она пришла, чтобы его убить. Он подумал, мне нужно будет убивать женщину. Подумал, я родился здесь, чтобы проводить свои игры. Моя первая игра здесь в этом мире, какая женщину надо будет убивать? Кришна подумал, что ж дальше-то будет? Если начало такое, что дальше-то со мной будет? И поэтому от ужаса он закрыл глаза, чтобы не думать о том, что было. Другие говорят, что ему стыдно было, что ему приходится убивать женщину, потому что это не мужское дело, но что делать, надо убить, поэтому он закрыл глаза. Вот. Другой говорит, да нет, не поэтому он закрыл глаза. Кришна подумал, что если посмотрю на нее милостивым взглядом, то я раздумаю ее убивать. А если я посмотрю на нее гневным взглядом, она сгорит под моим взглядом. Поэтому лучше на нее вообще не глядеть, поэтому он закрыл глаза. И еще несколько, два еще объяснения, последних, которые я приведу. Кришна подумал, и эти два объяснения, они мне очень дороги, потому что эти два объяснения, они показывают милость Кришны. Они объясняют настроение Кришны как самого милостивого. Первое объяснение такое. Кришна посмотрел на нее и подумал, сейчас я взгляну на нее. И под моим взглядом, который есть олицетворение вечной истины, майя спадет с нее. И из этой прекрасной женской формы она вдруг приобретет свою изначальную форму страшной ракшаси. И это произойдет прямо на глазах моей матери Яшоды. Что случится с моей Яшодой? Яшода упадет в обморок от ужаса, и того и гляди оставит тело. Я не могу этого допустить, поэтому он закрыл глаза. Иначе говоря, он закрыл глаза, испугавшись за Яшоду. И последняя ачарья, это Валабхачарья, она объясняет. Валабхачарья, она объясняет эту... Он тоже объясняет эту Ватсалья расу, Кришне. Но здесь он объясняет по-другому. Он говорит, что Кришна милостив. И
иногда родители наказывают своих детей, но при этом в сердце своем они очень жалеют детей. Но ради блага детей они не должны показать, что они жалеют. Бывало с вами такое, да? Когда есть маленький ребенок, его надо наказать, и он орет, и плачет, и вам его жалко. Вы при этом не смотрите на него и наказываете его ради него. И Валабхачарья говорит, что Кришна, он на самом деле любит Путану. И ему очень жалко ее. Ему жалко будет смотреть на ее страдания. Но он знает, что ее нужно доказать. Что ее нужно очистить так или иначе. Поэтому он закрывает глаза, чтобы не смотреть на ее страдания. И делает это ради ее же блага. Вот. Это то, каким образом разные ачарьи объясняют это одно слово, то, что Кришна закрыл глаза. Вот. И мы пойдем с вами дальше, потому что мы стремительно приближаемся к завершению этой линии. У нас еще несколько важных стихов, прежде чем Кришна совершит то, ради чего вся лила затеялась. И Валабхачарья задает очень важный вопрос. Представьте себе на минуточку себя на место Яшоды и Рахини. Вы сидите. В колыбельке находится ваш младенец, которого вы ждали. Вы любите его больше своей жизни. Вдруг заходит какая-то незнакомая женщина. Эта незнакомая женщина, не спрося ни слова у вас, берет этого ребенка, кладет себя на колени и собирается его накормить. И вы молчите. Почему? Даже нормальная женщина, даже обычная женщина, обычная мать сказала бы, ты кто такая, зачем ты сюда пришла, что тебе нужно, непонятно кто, много тут шляется кого. И поэтому Шрила Шукадева Госвами в следующем стихе отвечает на этот вопрос. Там тикшна читам, ативама чешти там. Тикшна читам, внутри она была жестокая. Тикшна значит горькая, тикшна значит острая. Ативама чешти там, но при этом внешне она была очень ласковой. На самом деле, Кави Карнапур, объясняя эту сцену или рассказывая подробно эту сцену, он рассказывает о том, что Яшода, когда увидела Путану, увидела, какая она ласковая, как она улыбается, как она нянчит дитя, как она прижимает дитя к своей груди, Яшоде стало стыдно. Она подумала, а кто настоящая мать этого младенца, я или она? Она вела себя с такой непритворной любовью, она так хорошо изображала из себя эту любовь, что даже Яшода устыдилась. А Шрила Джива Госвами, объясняя то, что происходило дальше, он говорит, что Путана на самом деле разошлась, и она стала ругать Яшоду. Она стала говорить, Яшода, ты жестокая мать. Ты занимаешься только своими домашними делами, тебе нет никакого дела до твоего ребенка. Жалко, что этот ребенок родился не из моего чрева. Я бы показала ему, что такое настоящая любовь. Ты не знаешь, как по-настоящему любить этого младенца. Яшода, она полностью закомплексованная была. Яшоде захотелось в угол куда-то спрятаться. Та говорила, ты просто своими домашними делами занимаешься. Если бы не Рахини, если бы Рахини за ним не следила, его давно бы уже кто-нибудь украл. Яшоде стало стыдно, поэтому она разрешила этой путане взять его на колени. Там тикшна читам, ативама чешти там. Она изо всех сил изображала эту ласку, нежность и говорила, ах ты мой замечательный, ах ты мой золотой. Она осыпала его поцелуями. Какой красивый, какой замечательный, какой послушный, какой умный. Ла-л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 а. Яшоде думала, наверняка, это богиня процветания пришла для того, чтобы благословить моего сына. Если сын попьет молоко, он будет жить долго, он будет здоровым, он никогда не будет болеть. Пусть он попьет ее молоко. А Путана стал ей говорить, я останусь здесь, я сама буду вскармливать твоего ребенка. Ты не можешь как следует оценить благословение, которое послал тебе Господь.
И дальше тут говорится: «Викшьянтара коша прачи паритча да асива», что она была подобна острому мечу, который находится в бархатных ножнах. Сила Шукадева Госвами приводит это сравнение, как иногда меч помещают в бархатные, расшитые жемчугом ножны. Он острый меч, меч для того, чтобы убивать. Но поверхность у него очень привлекательная. И тут поэтому говорится, Варастриян, она была самой лучшей из женщин, как Прабхая, под ее влиянием, как Прабхая, Ча Дхаршите, охваченные этими чувствами, Джанани, две матери, Яшода и Рахини, не проронили ни слова, Атиштатам. Нирикшьямани джананих ятиштатам. Они просто молча сидели и молча наблюдали все то, что происходит с их ребенком, и только молча молились: пусть мой ребенок попьет молоко этой замечательно красивой женщины, пусть он станет здоровым. А Кришна при этом, Сила Джива Госвами объясняет, что думал Кришна при этом в уме. Кришна думал: ну хорошо, посмотрим, что будет дальше. Ты дашь мне свою грудь, мне придется выпить твое молоко, и, пожалуйста, не сердись на меня, если вместе с молоком я выпью еще что-нибудь. И поэтому в следующем стихе, и дальше тут уже начинаются самые интересные события. Тасмин станам дурджара вирьям улбанам, станам дурджара вирьям улбанам, горанкам, адая шишор дадаватха. Она всунула свою грудь, которая была намазана самым страшным ядом. Калакута. Калакута. Кала значит смерть. Кала значит конец. Кута значит гора. Калакута значит комбинация различных ядов, которые невозможно, против которых нет никакого противоядия, которых нету, которые невозможно нейтрализовать. И поэтому тут говорится «Дурджара вирья мулбанам». Сила Джива Госвами говорит, что от этого яда, от одного запаха этого яда можно было умереть. Или от одного прикосновения к этому яду можно было умереть. «Гарангам адья шишар дадаватха». Она дала ему грудь. И завершается это словом «атха». Это удивительная вещь, послушайте. Потому что каждое слово в стихах, которые говорит Сила Шукадева Госвами, имеет особый смысл. Кто-то знает, что значит слово «атха»? С этого слова что начинается? Какое произведение начинается? «Атхато брама джигьяса». «Атхо атха брама джигьяса». «Атха» – все ачари объясняют, что «атха» означает благоприятное начало. «Атха», подобно звуку «ом», – это слово, которое обозначает начало. И тут, казалось бы, она дала ему свою грудь, и эта грудь, когда она дала ему грудь, в общем-то, конец. Либо ей придет конец, либо ему придет конец. В конце обычно ставят слово «идти», когда завершается какая-нибудь лила или какой-нибудь пассаж или какая-нибудь речь, то в конце стоит слово «идти». Но здесь стоит слово «атха». И «атха» значит не просто начало, «атха» значит благоприятное начало. Что хочет сказать нам Шукадев Госвами? Шукадев Госвами хочет нам сказать: история жизни путанная только начинается. И это благоприятное начало. Она дает свою отравленную грудь ребенку, и это самое начало самого интересного. И что дальше случилось? Гадхам карабьям бхагаван прапидья та пранаих самам раша саман витопибад. Схватив двумя руками за эту грудь Бхагаван Кришна выпил прапидья, так пранай, ее прану, ее жизненную силу, самам вместе с молоком, роша самандита, охваченный гневом, апибат, выпил. Иначе говоря, здесь Шукадев Госвами объясняет, что когда Кришна схватился за ее грудь, то тотчас же, в тот же самый момент, он выпил вместе с молоком всю ее прану. И самое поразительное, ачарьи говорят, что прана, слово прана здесь, пранаих,
находится во множественном числе. Иначе говоря, он выпил ее жизни. Что это значит? А? А? Все жизни выпил. Нет, ачарьи объясняют, что до этого Путана съела много невинных младенцев. До того, как она пришла во врач. Она любила ими завтракать. И у нее внутри было много праны этих невинных младенцев. И Кришна выпил не только ее прану, Кришна выпил все праны всех младенцев, которых она съела. Иначе говоря, он освободил не одну Путану, он освободил всех младенцев, которых убила Путана. Шри Кришна Бхагаван ки! И поэтому он говорит здесь, он Бхагаван, он стал пить ее молоко, отравленное молоко. Вместе с этим он выпил эту прану, прану или жизненную силу младенцев, которые были у нее. И Роша Саманвита, он был охвачен гневом. Теперь одновременно с этим подчеркивается, что он Бхагаван. Бхагаван значит Бог. И главная характеристика Бога, мы знаем, в Шримад Бхагаватам объясняется это лила, когда Бригу Муни решил выяснить, кто из трех великих Ишвар является настоящим Богом. Брама, Шива или Вишну. И кто оказался Богом? Вишну. Почему? Потому что он не разгневался. Бригу Муни решил проверить, это был тест, потому что гнев – это признак чего? Гнев – это признак неполноты. Гнев – это признак неполноценности. Когда у человека нет полноценности, когда он не полон, когда человек полон в себе, когда он самоудовлетворен, у него нет гнева. Так? А если у него есть гнев, значит он не полон, значит он не может быть Богом. И Бригу Муни решил провести этот тест. Он пришел и просто жестом или каким-то своим поведением не оказал уважения Браме. Брама разгневался страшно внутри, так что глаза его покраснели. И он хотел было проклясть Бригу Муни, но потом еле-еле сдержался. И Бригу Муни посмотрел на него и сказал, все понятно, не Бог. Потом он пошел к Шиве, и Шива он подверг более суровые испытания. И Шива он стал осыпать словами, когда Шива встал ему навстречу и захотел заключить его в свои объятия. Бригу Муни закричал, не прикасайся ко мне! Отстань от меня! Ты грязный, ты живешь на крематории, ты посмотри на себя, ты измазан пеплом, не прикасайся ко мне! Шива! Ох! Шива схватил свой трезубец, если бы не Парвати, которая с трудом ухватила его, остановила своего мужа, он бы на месте прикончил Бригу. Он сказал, пусти, нехорошо, он твой брат, не нужно на него гневаться. А Бригу отошел на безопасное расстояние и сказал, я все понял, я пошел. Ты не Бог. Когда он пришел к Вишну, Вишну спал, и Лакшми массировала ему стопы, он пришел изо всех сил, недолго думая, пнул его ногой в грудь. Вишну очнулся из своего полусна или полудрема и сказал, извини, пожалуйста, я не встал тебе навстречу, ты не ушибся? У тебя мягкие стопы, я знаю, у меня очень жесткая грудь. Он подошел к его стопам и стал растирать его стопы. Бригу Муни стал плакать. Это Бхагаван. И тогда он сказал, это Бхагаван, я все понял, я пошел, я всем скажу, кто Бхагаван, кто Бог. И здесь Шукадев Госвами говорит, он Бхагаван. Гадхам карабьям Бхагаван прапидья тат танай самам раша саман вито апибат. Этот Бхагаван был разгневан. Почему он был разгневан? В каком случае Бхагаван гневается? Когда кто-то хочет причинить вред кому? Его преданным. Да, Бхагаван гневается, но только тогда, когда нападают на его преданных. И здесь он говорит, Роша Саманвита, он почувствовал этот гнев, потому что он увидел, что эта женщина хотела убить маленьких невинных младенцев, его будущих друзей, его будущих подруг. Маленьких гопи и маленьких гоп, которые родились в это время во Вриндаване, и поэтому он почувствовал гнев. И вместе с этим гневом он выпил ее жизнь очень быстро. Но самое удивительное, что после того, как он выпил ее жизнь, он уже выпил жизнь.
Уже нет никакой жизненной силы, уже нет никакой праны у нее внутри. И после этого она без всякой праны начинает орать, как оглашенная. В следующем стихе, в 11 стихе, описан ее крик. «Самунча, мунча лам, иди прабашини!» Прабашини, значит, она громко стала кричать. «Мунча, мунча, мунча, алам, алам, алам!» А теари объясняют, что она кричала. Она кричала: «Отпусти меня, отпусти, мунча, мунча, алам, хватит, довольно! Я не хотела тебя кормить, если бы я знала, что все так будет, я бы не кормила тебя. Мунча, мунча, отпусти меня, отпусти!» Так? И Валабхачарья спрашивает, как она могла кричать, если он уже выпил ее прану? Как минимум, чтобы кричать, нужно, чтобы была прана, правильно? И тут дальше написано, «Нишпидьямана тхила джива мармани». Он схватился за ее мармани, он сдавливал ее, «Нишпидьямана». Акиладжива Мармани, он почувствовал боль во всех, она почувствовала боль во всех этих живых точках. Вивритья нетри чаранау буджаму гух, прасвинна гатра чипати рурода. Она стала дрыгать своими руками и ногами, разбрасывая их во все стороны. Глаза у нее выкатились из орбит, из колесниц, из глазниц ее. И при этом она страшно орала, страшным, жутким, не своим голосом. И Валабхачарья объясняет, как она могла орать. Она говорит, праны-то не было, это факт. Но источник праны кто? Кришна. И Кришна-то был прямо на ее груди. Поэтому, хотя он выпил всю прану, она за счет внешнего источника энергии еще действовала. Внутри жизни уже не было, он выпил. Но источник всей жизни на ней, как она может умереть при этом? Не может она умереть. И поэтому она орет из последних сил, сжимаемая в объятиях Кришны от страшной боли, которую она испытывает. И что произошло в этот момент, как она кричала, это описывает Шукадев Госвами в следующем стихе. «Тасьях!» Сванена Тигамбира Рамхаса. Она заорала страшным низким голосом. Как иногда, наверняка вы видели в интернете сейчас есть ролики, как изгоняют бесов. Иногда какая-нибудь худенькая, маленькая девушка вдруг начинает орать страшным голосом, когда из нее изгоняют беса. Бес орет. Видели, да? Девушка начинает орать, жутко. И тут Шрила Шукадева Госвами говорит, что вдруг на глазах у всех, вернее, на глазах у Яшоды и Рахини, эта женщина, которая всего мгновение назад была самой красивой и самой очаровательной, она стала орать страшным голосом, так как будто бы из нее лезет бес. Мунча, мунча! Она орала этим страшным голосом. Этот голос был такой страшный. Садрир махи дияюс, ча-чала-чала сатраха. Казалось, будто звезды падают с неба. Помните, это была темная ночь. Большая часть Враджаваси уже давно спокойно спали. Они проводили путану, они разошлись по своим домам, они думали, что все благополучно, что все там в доме Нанды происходит идиллия, как всегда. И вдруг ни с того ни с сего раздался этот жуткий, страшный крохот, подобный грому, так как будто бы звезды сыпятся с неба. Люди повыбегали из домов. Кто-то, я думаю, смотрел телевизор в этот момент. Люди повыбегали у себя из домов в ужасе, потому что не знали. Тряслась земля, тряслась небо, все тряслось вокруг от ее жуткого звука. И при этом путано излучало сияние. Что они увидели? Они увидели в этой темной-темной ночи вдруг вылетевшую из дома Махараджа Нанды сияющую женщину. И эта женщина, она напоминала молнию, которая куда-то слетела, и они все попадали ниц от ужаса. И дальше, что дальше с ней случилось? Путана, страшно мучаясь от того, что давайте прочтем. Нишачаритам вьядхита стана вьясур, вьядая кешам шчарано буджавапи.
Прасалья, госпе, ниджарупа мастхита. Ниджарупа мастхита, она приняла свою изначальную форму ваджрагато, вритра и вапатанрипа. Что увидели в Раджавасе? Давайте на минутку представим себя. Они выбежали из своих домов, они увидели эту женщину. Женщина вылетела из дома Махараджи Нанды, как пуля, она страшно орала. Она взлетела в небо. И она пролетела по небу, как метеор. И одновременно с этим она приобретала страшные, жуткие, дикие размеры. Она на глазах меняла свою форму, и пролетев какое-то расстояние, на безопасное расстояние, потому что ачарьи объясняют, что она пролетела далеко за пределы поселения Махараджи Нанды, чтобы никого не повредить. Она летела, как самолет, который терпит крушение, и Кришна был пилотом на этом самолете. Кришна управлял ею, чтобы она вылетела на безопасное расстояние. Джива Госвами ехидно добавляет, она упала на сад Камсы, который был разбит там. Она не повредила даже одного дерева в владениях Махараджи Нанды, но там был специальный сад, фруктовый сад, из которого были отборные манго, поставлялись в дворец Камсы. Она упала туда и полностью разрушила этот сад. Жуткая ведьма упала туда, рухнула туда, на глазах у всех. И все вначале попадали от ужаса на землю, от этого страшного звука, который они увидели, от этого видения. А что тем временем случилось с Яшодой? С Яшодой произошла жуткая вещь, самая страшная вещь. И теперь я очень вас хочу попросить, чтобы вы представили себя на месте Яшоды. Только что вы были у себя. И ничто не предвещало беды. Маленький младенец мирно посапывал в колыбельке. Вы смотрели на него и боялись оторвать взгляд. Он светился, как драгоценный камень, он улыбался, вы радовались. Он смотрел на вас, и от его взгляда ваша любовь увеличивалась в 1000 раз. Вы смотрели на него, ваша любовь еще увеличивалась. В Кришне поднималась новая любовь. Яшода была в полном самадхи. Вдруг открылась дверь. Вошла красивая женщина, которая держала лотос. Эта красивая женщина смело подошла к колыбельке, взяла младенца и стала ругать вас. Вы очень смиренны, потому что все преданные смиренные, правильно? Когда нас ругают, мы не отвечаем на это, мы молчим. И Яшода тоже тихо промолчала. Ее отругали. Женщина положила ребенка к себе на колени. И Яшода думала, как и положено настоящему преданному. Слушайте очень внимательно, потому что это очень важная психология преданного. Психология преданного какая? Он всегда думает, другие служат Кришне лучше, чем я. Кто я такой? Я не могу служить Кришне. Как я могу служить Кришне? И если кто-то отталкивает нас грубо и говорит, я буду служить Кришне, что обычно преданные делают? Преданные отходят в сторону и говорят, ну конечно, ты служи Кришне. Даже если Кришна не думает так. И Яшода точно так же, она смиренно отошла в сторону, она села в уголке, она стала молиться запутанно. Она стала говорить, благословен тот день, когда ты родилась на свет. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо, добрая женщина, за то, что ты пришла к моему сыну. Ни капли ревности не отравило ее сердце. Это признак чистой любви. Чистая любовь не знает ревности. Если кто-то может служить Кришне лучше, мы будем только рады. Пусть он служит Кришне, я отойду. Я буду только радоваться и молиться за него, и помогать ему. Яшода была готова стать служанкой Путаны. Путана, как и положено, вынула свою пышную грудь. Она поднесла ее к рту младенца. Младенец уцепился в нее. Яшода подумала, какое счастье. Он пьет это нектарное молоко сейчас из этой пышной груди замечательной женщины. И в этот момент вдруг происходит что-то страшное. Еще раз вспомните, что вы Яшода сейчас. Вы сидите и наблюдаете за всем этим. В этот момент вдруг вы видите, как волосы на голове у этой женщины становятся дыбом, глаза выкатываются из глазниц, она начинает страшно орать. Вы видите маленького младенца,
И в этот же миг эта женщина вместе с вашим младенцем, который вы любите больше, чем свою жизнь, больше, чем саму жизнь, в этот момент она убегает из вашего дома. Кави Карнапурта говорит, что Ишода как подрубленная рухнула на землю. Что она стала причитать, биться, плакать. На самом деле нет ничего сильнее, чем материнская любовь. По крайней мере, в материальном мире самая сильная любовь – это материнская. Анна Ахматова писала, когда ее сына заключили в тюрьму, она писала, вспоминая другой эпизод из библейской истории. «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. Лишь туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». И в этот самый миг примерно такие же чувства, только усиленные в миллионы раз, испытывал Ешуа. Кави Карнапур рассказывает причитание Ешуды. Он говорит, что Ешуда закричала, как птица Курари, жалобным голосом. Ешуда стала кричать: «О мой младенец, куда ты исчез?» Она сошла с ума от горя, и в этом горе она стала кричать. Наверное, это жены змей, решив, что ты драгоценный камень, украли тебя и украшают с тобой свои головы на планетах, где живут наги. Или это жены полубогов, увидев тебя, приняли тебя за синий лотос и украли этот синий лотос для того, чтобы украсить этим синим лотосом свои волосы. Или это сам Шива заглянул в окошко и принял тебя за луну и украл тебя, чтобы украсить себя этой удивительной луной Кришны. Или гандхарвы решили, что ты замечательный цветок тамалового дерева, и решили этим ароматным цветком тамалового дерева украсить свои волосы. Ешода била себя в грудь, она плакала, она рыдала: «Где ты, где ты?» И в конце концов она потеряла сознание. Все остальные выбежали, все остальные увидели эту страшную ракшасу, которая летела в жутком виде, которая рухнула туда. И в следующем стихе написано, что с ней случилось. «Потам оно, апи, тардехас, три гавьюти антара друман, чурнаян, асара джендра, махадаси татадбутам». «О царь Парикшит, падая на землю, огромное тело путаны повалило все деревья в окружности 20 километров. Гигантское тело путаны было поистине поразительным». Махараджа Парикшит, буквально еще несколько слов. Да, можно? Есть у вас несколько минут? Я хочу довершить уже эту лилу до конца. Шукадев Госвами говорит, что когда тело путаны упало, оно раскрошило деревья в порошок. Чурна. Чурна значит порошок. От деревьев остался порошок. Жуткое это тело рухнуло туда. И в следующих стихах он описывает это жуткое тело. Он говорит, что у нее были зубы, как плуг. Они торчали, клыки торчали в разные стороны. И что у нее были рыжие, жесткие волосы. Жесткие рыжие волосы. Как иногда сейчас современные путаны красит свои волосы в красный цвет. Тут говорится: «Ганда Шайла Станам Роудрам, Радикирна Аруна». Аруна, у нее были эти красные волосы. Ну, короче говоря, тут говорится, что ее рот был как пещера, которая идет на Паталалоку, что ее глаза были как бездонные колодцы. Жуткая совершенно женщина оказалась. Что ее живот был как пересохшее озеро, палый, жуткий живот, тут ребра какие-то, она упала туда. Они увидели все это, они сами в ужасе в полном. Тут говорится сантрастух, они дрожат. Охваченные этим страшным, они в полном шоке, эти обитатели Вриндавана. Ешода давно валяется в обмороке, рахини в обмороке.
все остальные обитатели Вриндавана в полном шоке. Они видят эту огромную гору, которая возвышается, растрепанные волосы красные, как медь, глазницы, как бездонные колёбца, навозящие удивы, бедра, как речные берега, руки, ноги, как большие мосты, живот, как пересохшее озеро. Вопли ракшаси уже сотрясались сердца, головы и уши пастухов. Барабанные перепонки до сих пор у них лопались от этого страшного крика, который они услышали. Когда они увидели ее жуткое тело, они испугались еще больше. Но самое интересное, это то, до чего мне хотелось довести наш рассказ. В последнем 18 стихе, который я прочитаю. Что случилось дальше, это самое поразительное во всей этой истории. Балам чатасья ураси кридантам акутоубаян гопьястурнам сама биетья джагрихур джата самбрама. Маленький Кришна, как ни в чем не бывало, играл на груди ракшаси путани, и гопи, радуясь удивительным деяниям этого ребенка, подбежали к нему и взяли его на руки. Почему я хотел довести рассказ до этого стиха? Потому что в этом стихе, если мы как следует прочувствуем его, мы можем почувствовать, что значит гопи-бава. И мы можем почувствовать Кришну. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна, он никогда не тренировался для того, чтобы стать Кришной. У ракшаси были мистические способности, но Кришна истинный Бог, и в образе младенца он обладает таким же могуществом, как в образе юноши. Ему не надо заниматься медитацией или предлагать какие-то другие усилия, чтобы стать могуществом. А в других аватарах Кришна принимал огромный облик. Когда он пришел как матсья, он принял гигантские размеры, чтобы спасти весь мир. В виде рыбы. Когда он пришел как черепаха, он был гигантский. Когда он пришел как варах, он принял эти гигантские размеры. В образе Кришны он практически никогда не меняет своих размеров. Он убил эту жуткую ракшаси. Ракшаси поменяла свою форму. Она приняла изначальный облик. Кришна остался каким? Таким же. Маленьким. И он делал вид, что ничего не произошло. У него детской травмы от этого не было. Ему не нужно было потом ходить к психологу и просить, пожалуйста, у меня там, я очень сильно испугался в детстве, пожалуйста, вылечите меня. Тут говорит, акутобаям, Кришна как ни в чем не бывало, ползал там. У него были груди, Кави Карнапур говорит, что груди были подобны пикам. И молоко, которое текло по-прежнему из этих грудей, как на снежных горах, на снежных пиках, белые. Снег лежит, точно так же молоко текло из этих грудей. Кришна там играл, бегал. Так вот, но я хотел не это сказать. Я хотел сказать что? Я хотел сказать, что было с гопи в этот момент. Что с гопи было в этот момент? Теперь представьте себе на мгновение, что было. Так, вы сидели у себя дома. Вы выбежали от страшного, жуткого грома. Земля тряслась, небо тряслось, звезды падали. Вы увидели этот страшное явление, жуткий самолет летит по небу. Так, этот самолет рушится у вас на глазах. Вы попадали на землю от ужаса, вы дрожите. Вы увидели эту страшную гору, увидели непонятно что. И ночь. Вы увидели этот труп. Теперь, к трупу подходить хочется? Особенно женщине. В Индии женщин даже в крематорий не пускают, потому что у них мягкое сердце, они того и гляди в обморок упадут. Просто от вида обычного трупа, даже нашего близкого человека можно в обморок упасть. Труп – это жуткая вещь, правильно? Просто один вид мертвого тела. Теперь вы видите мертвое тело жуткой демоницы. Гигантское, торчащие кости, кровь везде. Волосы, как медная проволока повсюду, жуткие ноздри, какие-то провалы. Так, это ночь. К трупу никто не хочет подходить, ночью особенно. Кто-то хочет подойти к трупу? Если это женщина, причем жуткая демоница, кто-то подойдет к этому трупу? Причем эта жуткая демоница всего лишь мгновение назад орала страшным голосом. Что гопи сделали? Гопи, увидев Кришну, ни о чем не думая, ни мгновения не задумываясь ни о чем, побежали туда, залезли на этот труп.
схватили Кришну и радостные побежали оттуда. Почему? Потому что они Кришну любили. Им было абсолютно все равно, труп, не труп, ракшаси, не ракшаси, что там происходит. Ради Кришны они готовы на все. Это гопи Бава. При этом мужиков не было, мужики в обмороке были. Женщины бросились туда. Тут конкретно говорится, женщины залезли на эту страшную гору, схватили младенца и радостно понеслись. А почему радовались? От чего радовались? Чего радоваться? Кришна живой и непредимый. У него все хорошо. И это самое удивительное. На самом деле, Шукадева Госвами нам хочет объяснить только одно. Он хочет объяснить, что такое любовь. Есть эта знаменитая лила, которой Кришна объяснил, почему он так любит обитателей Враджа. В Дварике все его жены жаловались, что он каждую ночь плачет. И каждую ночь он вспоминает кого-то и называет какие-то имена. Никто не знал, и все догадывались, что он вспоминает про Враджа. И Кришна, они иногда спрашивали, почему, что там, неужели тебе плохо? Мы служим тебе с любовью, с преданностью, мы заботимся о тебе. И Кришна, чтобы всем доказать, что значит любовь обитателей Вриндавана, насколько она отличается от любой другой любви, провел эту лилу, он притворился больным. У него страшно раскалывалась голова, он болел, приглашали разных врачей, аюрведистов, они щупали ему пульс, и все говорили, не знаем ничего, Кришна, вроде все нормально, вроде не должно быть головной боли. А Кришна говорил, у меня головная боль жуткая. В конце концов Нарда пришел, и Нарда стал спрашивать, Кришна, как тебе помочь? Кришна говорит, да мне легко помочь, ничего проще не может быть, просто нужно попросить пыли с лотосных стоп моих преданных, я посыплю себе на голову, и все пройдет. И Нарда сказал, говорит, что же может быть проще, давай я тебе сейчас много принесу пыли. И Кришна говорит, ну давай, пойди. И Нарда прямо отправился к Рукмини. Рукмини, любимая жена Кришны. И Нарда стал говорить, Кришне плохо, его может спасти пыль с твоих лотосных стоп. Он говорит, что он будет с ней делать? Ну как что, на голову себя намажет? Рукмини сказал, ну нет, извини меня, пожалуйста, я себе не враг. Если пыль с моих стоп попадет на голову Кришны, я куда попаду? В ад я попаду. Нет уж, пожалуйста, поищи кого-нибудь другого. Кришна отправился к Сатьябаме, Кришна отправился к другим женам. Он обошел все 16 108 жен, все сказали, ты с ума сошел, Нарда? Нарда вернулся к Кришне и говорит, никто не дает. Кришна, все аптеки закрыты. Лекарств нет. Кришна говорит, слушай, Нарда, а может ты быстренько во врач сгоняешь? Там есть аптека, которая работает 24 часа в сутки. Там тебе дадут. Нарда отправился во врач. Он созвал гопи и говорит, у меня новость, плохая новость. Кришна болен. Гопи стали плакать. Но Нарда говорит, на самом деле у меня есть хорошая новость, его легко вылечить. Как его вылечить? Если вы дадите пыли со своих лотосных стоп, и он помажет себе голову этой пылью, его голова пройдет. Все гопи стали танцевать, плясать, прыгать и говорить, выстроились в очередь, чтобы дать пыль со своих лотосных стоп. Нарда спросил, вы что, не знаете, что вы в ад пойдете? Они сказали, да знаем. Но лучше мы пойдем в ад, а Кришне пусть будет хорошо. Мы готовы 1000 раз пойти в ад, лишь бы Кришне было хорошо. Здесь, в этой маленькой лиле, Шукадева Госвами рассказывает о том же самом. Ночью, после всего пережитого, женщины-враджи, гопи, слабые женщины, бросились к страшному трупу путаны, бесстрашно забрались туда, схватили маленького Кришну, вернулись в дом Махараджи Нанды, где в полубреду лежала Яшода, и сказали, Яшода, Кришна вернулся. Яшода не поверила. Яшода сказала, может этого быть, этого не может быть. Они показали ей Кришну, вот смотри он. Яшода пришла в восторг и сказала, Кришна, где ты был?
Где ты был? Я плакала в разлуке с тобой, я не знала. Мне показалось, что тебя украли, это правда? Шода прижала его к груди и стала защищать Кришну, о чем мы расскажем как-нибудь в следующий раз. На этом я хотел закончить свой рассказ.